Всем привет! Меня зовут Марина. И сегодня я хотела бы поднять достаточно непростую для себя тему, такую как запрет абортов. Да, некоторым своим зрителям я обещала абсолютно другое видео, более радостное и веселое, но так уж получилось, накипело. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. Наверное, те многие из нас, кто регулярно читают новости, уже знают, что в Российской Федерации в очередной раз поднималась такая тема, как запрет абортов. И на этот раз предложил ее патриарх Русской Православной Церкви. И я хочу высказать свое мнение по этому поводу, так как действительно мысли накопились. Я хотела сделать это видео чуточку позже, но так уж пришлось. Давайте зададимся вопросом, кто же чаще всего решается сделать аборт? Какие первые мысли пришли к вам в голову, когда вы попытались ответить на этот вопрос? Наверняка подростки из неблагополучных семей, люди, которые оказались в безвыходной ситуации и не знали о правилах контрацепции и так далее. Вы уверены, что эти люди не отказались бы от своих детей в первый же день их рождения? А куда брошенные дети попадают? Правильно, в детские дома. А есть ли в нашем государстве условия? Многие из вас скажут: ну да, есть. Там же есть воспитатели, питание, одежда. Но на самом деле этого всего не хватает. Им не хватает любви, заботы, ласки. Этого не может дать только лишь государство, и из-за недостатка морали в нашем обществе, так и из-за недостатка материального. И прежде чем запрещать аборты, надо подумать, а как же вы сможете прокормить этих детей так, чтобы они стали полноценной частью этого общества. И вырастающие дети в детских домах чаще всего становятся наркоманами, бомжами и очень непутевыми, к сожалению, людьми, да? Конечно, есть исключения, но это большая редкость. Есть хорошие воспитатели, но это тоже большая редкость, так как детишек в группе примерно от 15 до 30 человек. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Готовы ли вы платить налоги? Нет, не принудительные. На воспитание этих детей, чтобы им давали такое же качественное образование, такую же качественную еду, такое же качественное моральное, да, какое-то обогащение, чтобы им давали шанс реализоваться как личностям, да, чтобы они тоже развивались духовно и смогли сформировать свои нравственные принципы какие-то, чтобы в дальнейшем они стали хорошими людьми, полноценными и не отличались ничем от нас, да, даже здоровые люди, которые они выросли в таких домашних стенах, у которых повезло с родителями, и то не всегда им везет в личной жизни, с работой и так далее. А что вы хотите от детей из детского дома, когда вы не можете дать им правильное воспитание? Так что прежде чем отговаривать женщину от аборта, вы подумайте, сдав ребенка в детский дом, она не будет за него переживать, в каких он условиях. Допустим, у нее просто нет денег, ну и женщина совершила ошибку, не зная правил контрацепции, но не повезло ей. Также я зашла на разные религиозные сайты и почитала, как относятся к аборту в основном разные авраамистические религии. Я взяла христианство и ислам. И знаете, какая самая гуманная религия? Да, как несложно догадаться, это христианство. И только писалось о покаянии, что это грех, что ребенок уже зарождается. Не, лучше он пусть умрет в 30 лет, но никто не позаботился о том, как ей на самом деле на душе. Но пусть он лучше не будет жить, чем он умрет в 30 лет по какой-то очень грустной, плохой ситуации.
Ислам же в этом вопросе, по моему мнению, наиболее гуманная религия. Женщине дается срок 4 месяца, а после 4 месяцев это уже является грехом. Очень большим грехом. А до 4 месяцев это наиболее простимо, да, совершила ошибку, но такое бывает. И действительно, это логично. Кто же будет совершать аборт на 4-м месяце беременности? Тогда женщина не думает ни о себе, ни о ребенке. Тогда уже да, я согласна. Это уже можно осудить. Давайте подведем итог всей моей речи. Мне кажется, что аборт запрещать не надо, потому что бывают разные жизненные ситуации. Надо относиться к людям гораздо человечнее и с пониманием, да, как учат все религии, все вообще, весь мир этому учит. Но то, что патриархи лезут в политику, это уже другой вопрос, и что это рассматривается как предложение, да. Помните, что все дети заслуживают полноценной жизни, и у всех на нее должен быть шанс. Я хотела бы услышать, что вы думаете по этому поводу и подискутировать. Вы можете писать мне в личку ВКонтакте, а также в комментарии. Если хотите, на Ask.fm анонимно пишите. Ссылка будет в описании. Будьте человечнее. Всем пока-пока.